город, где в третьей игре первого раунда Кубка Петрова плей-офф чемпионата по Всероссийской хоккейной лиги. Команда «СКА Лева», город Санкт-Петербург, сыграет с командой «Металлург», город Новокузнецк. Состав играющих команд. Команда «Металлург» в вратаре номер 49 Дмитрий Брагинский, номер 59 Владислав Сухачев, резервный вратарь Никита Лысенков, номер 33. Защитники номер 41 Данил Мокрушев, номер 43 Захар Арзамасцев, номер 65 Вадим Антипин, номер 67 Максим Афанасьев, номер 89 Сергей Теряев, номер 93 Артем Чмыхов, номер 94 Марк Лыбкань. Нападающие номер 8 Илья Авраменко, номер 13 Вячеслав Шевченко, номер 15 Максим Пицын, капитан команды, номер 45 Семен Иванов, номер 46 Александр Агапов, номер 63 Юрий Платонов, номер 77 Дамир Рахимулин, номер 79 Артур Болтанов, номер 80 Максим Мальцев, номер 87 Роман Ополев, номер 96 Олег Ломака, номер 99 Егор Филин, главный тренер команды Сергей Борисович Решетников. Состав команды «СКА Лева». Вратари. Номер 1 Сергей Иванов. Номер 33 Никита Богданов. Резервный вратарь Евгений Иванников, номер 53. Защитники номер 6 Никита Смирнов. Номер 15 капитан команды Евгений Колобушкин. Номер 19 Евгений Корешков. Номер 36 Степан Анисимов. Номер 38 Георгий Бердюков. Номер 44 Григорий Ващенко. Номер 47 Егор Зеленов. Нападающие номер 7 Данил Сабунов. Номер 17 Матвей Габуш. Номер 24 Дмитрий Овечкин. Номер 27 Денис Орлович Рудков. Номер 29 Кирилл Мельниченко. Номер 32 Владимир Барабанов. Номер 40 Андрей Проскурня. Номер 43 Алексей Ашкихин. Номер 50 Владислав Курвата. Номер 72 Дмитрий Кучерника. Номер 83 Егор Курзанов. Номер 88 Даниил Агерчук. Номер 91 Альберт Колозов. Главный тренер команды Александр Николаевич Титов. С командой «Металлург», город Новокузнецк.
69-й Владислав Сукачев. Защитник номер 43-й Захар Арзамасцев. Номер 94-й Марк Лыбкань. Нападающий номер 13-й Вячеслав Шевченко. Номер 77-й Данир Рахимули. Номер 79-й Артур Болтанов. Стартовый состав команды «Сканева». Вратарь номер 1-й Сергей Иванов. Защитники номер 15-й Евгений Калабушкин. Номер 38-й Георгий Бердюков. Нападающий номер 32-й Владимир Барабанов. Номер 72-й Дмитрий Пучельников. Номер 83-й Егор Гурзанов. Государственный гимн Российской Федерации. Oh,
уникальное синтетическое моторное масло. Для этого нужна рука мастера и высокие технологии. Сказал вам мерси. Thank you. Grazie. Или Thank you.
соперника малым штрафом наказан игрок команды «Металлург» Артем Чмеков, номер 93. За подножку малым штрафом наказан игрок команды «Спрайва» Андрей Проскурин, номер 40. Thank you.
штрафом наказан вратарь команды «Металлург» Владислав Сукачев на 59 метров. Станева компания «Газпромэкспорт». Дорогой болельщик, нашей команде нужна твоя поддержка. Энергия Питера, все вместе! Хоккейный город! Тайшина! Thank you.
Официальная статистика сегодняшнего матча в хоккейном городе. 807 болельщиков. Спасибо всем за поддержку. Спасибо каждому. Спасибо, Питер! Наказан игрок команды «Металлург» Вячеслав Шевченко.
20 минут или до первой заброшенной шайбы. Букмекерская. Как создать идеальное синтетическое грацию? Спасибо. Синтетическая моторная. Сказки, игры, детская.
не бывает.